На базе факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов состоялась научная конференция «Философские перекрестки взаимодействия цивилизации, культуры и ценностей», которая проходит в рамках программы «Диалог цивилизации Восток-Запад». Ежегодно ее организует кафедра истории и философии факультета. В 2016 году конференция была посвящена современным проблемам взаимодействия философских культур, ценностей в современном мире, асимметрии культур, проблемам взаимодействия различных культур, логика историко-философского процесса и другие. Участники мероприятия – российские и зарубежные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Франции, Австрии, Ирана, Сомали, Индии и Румынии. Цели и задачи – обсуждение и широкий обмен мнениями по актуальным современным философским проблемам и проблемам современной философской компаративистики, постановка новых исследовательских образовательных задач, а также ознакомление с последними достижениями в этих областях. Научная конференция «Философские перекрестки взаимодействия цивилизации, культуры и ценностей» призвана помочь уточнить значимость культурного фактора в современном мире, иначе взглянуть на место ценностей в развитии мирового процесса. Проведение таких мероприятий на базе РУДН направлено на привлечение талантливой молодежи к научным исследованиям и развитие отечественной философской традиции. Телевидение РУДН. Новости.